Что подарить на праздник? Каждый год мы ломаем голову и покупаем всякие ненужные безделушки снова и снова. А ведь ненужный подарок не только быстро забудется, но и оставит неприятный осадок у человека. Ведь подарок, сделанный без души, так и воспринимается, как дополнительный хлам в доме. Пылится на полках или еще хуже этого, передаривается кому-то другому. А ведь вы можете подарить то, что человек не забудет никогда. Более того, будет ценить и снова брать его в руки, хвастаться друзьям, пользоваться приятным и полезным подарком. Компания Best Книга предлагает универсальные подарки на любой возраст, статус и интерес. В нашем интернет-магазине вы можете подобрать шикарное издание на любой вкус. Книги с золотыми обрезами в ларцах и шкатулках, с серебром и полудрагоценными камнями. Опытные консультанты нашего магазина помогут вам подобрать подарок как VIP-класса, так и недорогой, но очень практичный и качественный экземпляр. Основные книги нашего магазина изготавливаются вручную опытными мастерами. Тематика книг самая разнообразная, начиная от сказок Пушкина, заканчивая Мархаямом. Но даже если вы не нашли нужной вам книги в нашем каталоге, наши мастера изготовят ее для вас на заказ. Также здесь вы найдете книги на иностранных языках, английском, немецком, французском, испанском. В наличии русская охота и рыбалка, книги о Москве, Кремле, исторические, философия, живопись, классика. Такие книги можно подарить абсолютно любому человеку. Согласитесь, в каждой семье, где есть дети, просто необходимо иметь полное собрание сочинений Пушкина. Пока ребенок маленький, родители читают ему сказки, а когда подрастает и идет в школу, ему просто необходимы более серьезные произведения этого автора. Эта книга будет сопровождать ваших детей долгие годы. Помните, лучший подарок – тот, который сделан от души.